Депутаты окружного совета депутатов от «Единой России» приняли участие в митинге, посвященном контрнаступлению советских войск под Москвой. К акции также присоединились первый зампред Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина, герой России Александр Головашкин, сотрудники администрации округа и школьники. Они возложили цветы к памятнику Георгию Жукову, который находится в центре Одинцова.